48 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку. Очередное обострение на фронте. Новые порции пленных граждан государства-агрессора. Гражданин Российской Федерации. И вторая годовщина освобождения украинского Славянска от кремлевских банд. Витаю вас! Другая речница вызвания міста Славянск! Пиздец началось! Начался обстрел. Кем стали украинские солдаты и во что превратилась народная украинская армия спустя 2 года войны? Десятки тысяч погибших. На Донбассе загинула сотня украинских військових. Два котла. Два аэропорта. Аннексию Крыма и вывод войск с полуострова. Рожденная в огне или ренессанс украинской армии. Смотрите только в секретных материалах. И вновь продолжает собой. Рассказ об украинской армии правильнее начинать с развала Союза и появления независимой Украины. В первую очередь нужно отметить то, что на 91 год армейская группа, которая находилась в Украине, была самая мощная в Европе. Она была как ударная группа на случай войны между блоком НАТО и Варшавским договором. Огромная часть советской армии за считанные дни превратилась в украинскую армию и национальную гвардию. И второй раз давала присягу собственному народу, но уже на государственном языке. Национальная гвардия была створена в жовтні 91-го року на підставі постанови Верховної Ради України під той час, коли, як кажуть, розпадалась наша велика держава. Было грозное такое мощное объединение, которое могло не только проводить операции такого забирательного плана, а и мощные наступательные операции. Главное дело моей жизни совершилось. К 91-му году советское бряцание ядерным оружием окончательно наскучило всему миру, и Советского Союза не стало. Першого грудня понад 90% громадян, що брали участь у референдумі, затвердили це проголошення і проголосували за незалежність. На зміну тоталітарної ситості прийшли роки нищети, воровства і тотального служебного произвола. Ми навіть стару техніку не продали, вона була розбазарена по різним каналам. От, та на металолом, та на цвітні метали, та продана іменно по лінії воєнно-технічного співробітництва, але в інтересах окремих компаній. Старая техника, боеприпасы и стрелковое оружие вывозились со складов десятками тысяч штук и растворялись в чиновничьих отчетах целыми эшелонами. Взагалі був масовий продаж всього, що все, що купляють. Ну, от Африка, Азія, все туди йшло, то есть ешелонами і по бросовим ценам. То есть це все там вивоз складів, там це підривного Богданова. Вот это была создана отдельная структура Укрспецэкспорт, который реализовывал эти все средства и часто бесконтрольно. Это длилось все периоды, начиная с 93-го года и далее. Крушение идеологических скреп и остановка холодной войны привели к тому, что построенная ударными темпами коммунистическая военная машина не менее ударно грабилась вчерашними коммунистами. А фактически весь оборонный комплекс постепенно деградировал. И особенно деградация пошла по периодам, если мы говорим 93-98 год, в этот период как бы пошла основная распродажа, обесценивание частей, расформирование частей пошло, например, там дивизии, там полки целые. Методично разрушалась система подготовки бойцов и боевых соединений. Украинская армия при содействии украинских чиновников постепенно достигала своего дна. Я розумів, будучи там молодим офіцером, що армію розвалюють. Частини, які були дійсно бойові частини, вони скорочувалися більше в першу чергу.
Нам особо армія не нужна. Воювати ми не будемо. Стратегії не було, щоб будемо воювати. От тому давайте будемо сокращати штат. Воєнні городки продаватися почали. Полігони, от якраз 5-9 год. В какой-то момент наплевательское отношение к обороне южных и восточных границ дало о себе знать. Березень місяць, вся бригада 100%, от майже 100%, в повному складі їде на війну. Тихо ти! 2014 год. Крим. На полуострові появляються російські воєнні. Ви українці? Ми? Да. Мы россияне. КамАЗы подъехали и начали выпрыгивать солдаты. Последняя неделя февраля, первая неделя марта. В Киеве был абсолютнейший хаос. Потом мы поняли, что это наши российские солдаты. Боєготовність полуразрушеної української армії на момент кримських событий стремилась к нулю. На начало 2014 года у нас армія була каким-то небольшим количеством очень, скажем, ну, фанатичних людей, которые каким-то чудом там остались. Мы готовы защищать страну. Но у меня жена и ребенок живут в квартире, а во дворе дома уже стоят российские солдаты. И что мне делать? Как мне? Мені зараз відкрити вогонь, зная, що потім арестують мою жену, наприклад. Українські підрозділення в Криму на момент анексії знаходились фактично в повному окруженні ворога. Волонтерське снабження доставалось практично шпіонськими методами. У нас було дві детективні, ну, шпіонські такі історії. В Херсонській області ми груз грузили на баркаси рибацькі. Їх перетаскували в Крим, а там наші знайомі в Криму їх розгружали і перевозили. Російська сторона приймає рішення блокувати виходи з кримських бухт. Львіна доля цієї техніки вперше покидала Крим. Після того, як розоружили екіпажі кораблів, частину цих кораблів в подальшому Росія все-таки повернула Україні. Вопрос в тому, що якби ці кораблі, ну, в якому вони стані. Щороку випускники першого курсу Одеського військово-морського ліцею проходять практику на армійських суднах. Несмотря на активное противостояние на Донбассе и плачевную ситуацию с военной техникой после вывода войск из Крыма, военно-морские силы умудрились показать кое-какой прогресс. Військово-морські сили України до 2020 року поповняться 30 кораблями і катерами. Так, ми ще не здолали навалу агресора. Але окупанти вже відчули міць нового українського війська і флоту, що відроджується. Однако, поки що сили українського флоту по-прежньому не спробував навіть сам український флот, знаходясь в затяжній стадії реформування. Зараз до сих пор йде реформа військово-морських сил. Вот. І вона має бути закінчитися, наскільки я знаю, там, в течение полутора лет. Как ни парадоксально, сегодня основные осязаемые успехи военно-морских сил сосредоточены именно на суше. У нас развернута 36-я бригада. То есть 36-я бригада – это невероятно все-таки мощный компонент сухопутный, который может очень много. Ну, скажем так, в Крыму такой мощной группировки у нас не было никогда. Ну, 14-й рік, у нас березень місяць, вся бригада 100%. От майже 100% в повному складі їде на війну. Спочатку на південь, от на територію от Чонгару, туди десь, а потім з півдня сюди зразу піднімається під Слов'янськ. Едва успів спасти остатки воєнно-морських сил, Україна сталкивається лицом к лицу з організованими по всім кремлівським методичкам сепаратистами на Донбасі. Славянск изначально начали брать в кольцо, то есть никто не собирался воевать и защищать Славянск, потому что понимали, что потери среди мирных жителей будут просто невероятные. Оставшиеся боевые части украинской армии начинают свое движение в сторону фронта. То есть всего там порядка что-то там 1500, по-моему, было. Все это пытались заблокировать порядка 1800 человек. То есть то количество, которое пыталось взять в кольцо,
оно не намного превышало то количество, которое сидело в Славянске. Туда шел все-таки поток непосредственно как добровольцев, так и штатных специалистов, сил специальных операций, армии РФ. Подготовленных диверсантов и лояльных к ним вооруженных местных жителей пыталась взять кольцо группа едва обеспеченных самым необходимым украинских воинов, и все это на фоне полнейшей неразберихи во всех возможных эшелонах власти. По факту, на момент начала войны армия была развалена, техника не выезжала с гаражей практически, кроме отдельно взятых показательных подразделений и тех, которые принимали участие в миротворческих операциях. Ну, грустно все было, то есть, ну, там я про уровень обеспечения, думаю, тут уже нет смысла говорить. Ви розумієте, що таке 14-й рік? От, появляючись в 14-му році на цій території взагалі, да? Тобто ти розумієш, що це якась махновщина. Тобто влади немає ніякої абсолютно. Вся влада, от в кого зброя, в того й влада. Ні місцевого самоуправління, там, ні міліції, ні СБУ, ні прокуратури, нічого не працювало. Український суверенітет на зайнятій сепаратистам території несла плохо координуємая і едва укомплектованная самим необхідним українська армія. Такої армії її не було. Тобто були певні командири, які могли управляти своїми військами. Тобто командири бригад, командири батальйонів. Ну, от антитерористичний центр, який був сформований, він адекватно не міг цими військами управляти, тому що управління взагалі таке відсутнє було. Тобто ти приїжджаєш туди на АТЦ, вони не розуміють, звідки ти приїхав, яка в тебе задача, тобто немає взаємодії ніякої. Тобто часто таке бувало, десь попадаєш під вогонь своїх. Лето 2014 года ознаменовало одна из самых кровавых серий боев в истории наших вооруженных сил. Мариновка, это был и Зеленополье, это были бои в секторе Д, бои под Савур-Могилой. В июле месяце у нас был сбит Ил-76 в Луганском аэропорту. В то время дичайшие потери несли все роды войск. Украинская армия при поддержке волонтеров начинала воевать, еще не успев отойти от многолетней комы. Їдеш колоною, там по тобі починає працювати своя артилерія. Ти взагалі там виходиш по станції зв'язку 0, там приїжджаєш, кажеш, ребята, я буду їхати назад, не стріляєте. Да, не будемо. Їдеш назад, вони опять стріляють. Помимо жертв, этот период принес также кое-какие результаты. Постепенно посылки волонтеров стали более применимыми на фронте. Вместо броников и продовольствия на передок везли тепловизоры и спецсредства. За 2014 год было проведено 3 волны мобилизации, что позволило к концу года увеличить почти вдвое количество личного состава. Со 130 до 232 тысяч человек. Украинская 95-я бригада, выполняя поставленные задачи, провела самый длинный рейд в военной истории. 14-й рік, так. Тобто там війська там, війська там, війська там. І постійно ставляться зверху якесь нове бойове завдання. Отак от командиру бригади, я так розумію, приходить нова бойова задача. І там от так, виходить, виконуючи цю бойову задачу, вийшовся рейд. Тобто там тих витягти, тим помогти, тих прикрити, тим забезпечити коридори. Пішов процес. К моменту событий в Іловайську Росія все ще винашувала план «Большой Новороссии». И все битвы, проходившие в этот временной период, происходили из-за желания российской стороны расширить границы выдуманного государства, отсекая от Украины юго-восток. Ценой жизни иловайских пацанов наших погибших ведь тогда остановили, ведь они же шли дальше. И об этом ведь мало кто говорит, что на тот момент от Мариуполя до Одессы, кроме вот потрепанной 79-й, восстанавливающей хоть как-то свою боеготовность, не было вообще никаких резервов. Если бы они обошли Мариуполь и вышли бы на дорогу на Мелитополь-Херсон, мы бы их тормозили в Херсоне, взрывая мосты на Днепре. В сухой статистике за время от начала АТО и только до конца 2014 года армия увеличила без малого вдвое численность личного состава, общий бюджет вооруженных сил увеличился на четверть на протяжении 2014 года и стал составлять рекордные для Украины 20 миллиардов гривен. Или 1,25% от ВВП страны. Первая проблема общения с военными было то, что они боялись. Они не понимали. 23 года гражданские на них не обращали внимания. Тут вдруг какие-то люди, непонятно почему, непонятно с какой мотивацией, тащут в армию все, что не попадя. К дебальцевским событиям, усилиями военных и гражданских, украинская армия постепенно начала напоминать настоящие вооруженные силы. В конце декабря 2014 года начались бои в Донецком аэропорту. Начались ожесточенные бои, и стало понятно, что Россия формирует кулак. Было непонятно, куда она им ударит. Тогда было несколько вероятных направлений удара, и одно из них, я так понимаю, рассматривалось как дебальцевское.
Кстати, это мы тоже рассматриваем как очень мощный как раз и железнодорожный узел, но и стратегический оборонный узел. И предусматривается, да, то, что именно этот формат будет обеспечен от приоритета в этом регионе как раз и как плацдарм для дальнейшего наступления. Украинский городок оказался зажатым в тиски между силами сепаратистов. Соответственно, противник имел уже с позиционной точки зрения уже преимущество. И он постоянно, вот он этот аппендицит сдавливал, то есть этот выступ, он его заужал, то есть он уничтожал позиции, потому что там все-таки была артиллерийская война. Дивіться, Іловайськ, Дебальцево – це зовсім інші противники. Тобто це була вже нормально, так адекватно спланована операція російського генерального штабу, тих представників, які були на тій стороні. Тобто якби цього не відбулося, якби не було прямого заходу колони, прямих бойових дій російських військ, то я думаю, що на 14 рік нас успішно, незважаючи на ті проблеми, які були, ми успішно рухались постійно вперед, вперед, вперед. Как говорили десантники 79-й бригады, которые были и у границы вели бои в секторе Д, и в Дебальцево, что если бы нам такую группировку, как в Дебальцево, да под границу тогда, говорят, мы бы задачу выполнили. Волонтеры «Информ Напалм» фиксировали десятки единиц новейшей российской военной техники в районе боевых действий. Это одна из них – российская радиостанция Р-166-05. Эта радиостанция на вооружении российской армии находится с 2005 года. Активно начала поступать в войска в 2011 году. Используется полками и бригадами. Это система российской станции «Помех Житель», находящаяся на вооружении армии РФ. А вот эту же станцию зафиксировал беспилотник, и она же светится в материале российских пропагандистов. Именно эти машины и вскрыли еще один пробел нашей армии, аккурат перед выводом войск. Что связи просто, то есть стоял там какой-то опорный пункт, там сидит там 40 человек, и у них нет связи, они даже, то есть они, у них тишина. Настолько были рэбами и подавлены, ну, подавлено там, в принципе, все. Всю операцию по выводу войск проводили практически при полном отсутствии связи. Там была тяжелейшая военная обстановка, но там наши сражались. В итоге мы, конечно, отступили. В итоге мы потеряли кусок территории. С тактической точки зрения, да, это можно назвать поражением. Но сколько там положили противника и какой ценой они, в общем-то, продвинулись там на совсем чуть-чуть вперед. Уроков было вынесено очень много, и, насколько я знаю, то есть все эти уроки, они уже поставлены, так сказать, на карандаш. С учетом того, что украинская армия – это, по сути, единственная армия в Европе, которая успешно оказывала сопротивление российской армии, то надо понимать, что оружие, которое было создано при изучении этого боевого опыта, и сам боевой опыт, он в данном аспекте бесценен. Украинская армия уже активно взаимодействует с силами НАТО на совместных учениях. Но теперь, имея в штате 250 тысяч человек и динамично восстанавливаемый парк военной техники, ВСУ превращается в мощную региональную силу, которая обладает уникальным боевым опытом. Какая еще армия вела военные действия на фронте протяженностью сотни километров, находясь под ударами систем залпового огня с танковыми прорывами? За последние 20-30 лет. А никакой. Аналогов вот таким военным действиям нет. Позитивные изменения коснулись также внутренней организации вооруженных сил. Одной из этих реформ – это создание действительно Центра сил специальных операций. Это уже отдельный род войск, который занимается, ну, который будет выполнять эти задачи, но уже по каким-то алгоритмам, механизмам, которые нам дают в том числе натовские союзники. Есть планка командиров среднего и высшего звена, так бы мовити, які можуть виконувати поставлені бойові завдання. І ці командири нікуди не дінуться. Тобто вони ростуть, вони піднімаються, вони готовлять собі зміну, вони передають свій досвід, і це саме головне. Но весь этот опыт могут перечеркнуть традиционные проблемы постсоветских и, в частности, украинских вооруженных сил. Зміни пішли на кращу сторону, але дуже повільно. І розумієте, то есть, ну, це все тормозиться на рівні там МОГ, ША, то есть, ці всі органи, вони як взагалі, ну, зараз вони, ну, чи не потрібні, чи потрібна реформа по зразку НАТО. Традиционно туго обстоят дела с обновлением командного состава. Много комбатов стали комбригами. У нас много комбригов перешло уже в оперативное командование, в генеральный штаб. Но сказать, что мы за год, за два, за три можем радикально как-то обновить состав командования, технически невозможно.
і завершають начатое кабінетними бюрократами стандартное для любой украинской организации недофинансирование. Армия резко выросла, а страна пока все еще не в состоянии обеспечить. А 54% – это половина. Мы можем накормить каждого второго. От натовских стандартов и общего прогресса нас бережет только факт недофинансирования армии и общего экономического упадка страны, на который мы не обращали внимания, когда помогали украинской армии на первых порах. Но он стал решающим фактором, когда народная армия украинцев начала приобретать черты профессиональной военной силы.